Так, приехали мы домой. Закупились мы в общей сложности на 85 евро. Сейчас покажу быстро ценники. Здесь вот 25 евро 38 центов. И здесь получается 45 евро 90 центов. Да, еще я сдавала здесь бутылки. Поэтому они где-то там в середине учтены. Но быстро покажу, что я купила. Так, смотрим сначала сюда. Купила я вот такую вот швабру. Зарекалась не покупать швабры, что, в принципе, без швабры я мою очень хорошо руками. Но устала я уже, короче, мыть руками. Саша смеется надо мной. Я ему говорила, зато спорт. Вот, ну купила вот такую вот я швабру в магазине Aldi за 6 евро. Плюс здесь идут к ней две вот такие тряпки. Тряпки, сразу скажу, они никудышные, но они не очень. Я сразу же вижу, что тряпки здесь не очень. У меня есть хорошие тряпочки, поэтому эти тряпки оставим для худших времен. Либо же, может быть, кому-то потом я их задарю. Хотя они стрёмные, я не знаю. Ну, не знаю, мне не очень нравится. Может быть, кому-то нравится, но эти тряпки мне не очень нравятся. Швабра не знаю. Хорошая, не хорошая, посмотрим. Но швабра стоила 6 евро. 5,99, если быть точнее. Ну, дальше пойдем по продуктам. Что мы купили? Так. Мясо, курица, у нас это все есть, мы это не покупали. У нас еще полная морозилка, докупали того, чего нету. И так как на следующей неделе с понедельника детки идут в садик, надо будет им что-то давать с собой. Так, ну начнем с этого края. Взяла я вот такие вот шоколадные пудинги. Взяла их сколько? Так, 2, 4, 6, 8 штук. Каждый пудинг стоит 19 центов. Говорю вам с ценами, так как вы многие просили, чтобы я говорила вам цены. Дальше взяла вот такой вот рис с шоколадом. Я взяла их 2 штуки 29 центов. Потом рис идет с вишней. Тоже взяла 2 штуки по 29 центов. И взяла обычный молочный рис. Тоже 29 центов. Дальше взяла деткам вот такой вот питьевой йогурт. Там получается 6 штучек вот таких вот маленьких. Сколько здесь? Так, 6 штук по 125 грамм. Стоит евро 35. И взяла вот такой вот малиновый. 0,1% жирности. Это подходит для фитнеса, но мои дети пьют тоже такой. Тоже евро 35. Так, дальше вот такой вот йогурт Ла по скидке 89 центов от фирмы Доктор Откер. Так, здесь 4 по 125 грамм, вот так вот выглядит, Паула называется. Есть еще более шоколадный и меньше идет белого. Вот дальше 65 центов вот такой вот монстр бакет. Это творог клубничный, банановый и малиновый. Тоже детки очень любят. Стоит 65 центов. Также 65 центов стоит вот такой вот фруктовый йогурт. Это у нас бананы, клубника. Сколько здесь? 4 по 100 грамм, 65 центов. И вот такой взяла я, получается, клубника и вишня. Вишню, конечно, навряд ли, наверное, они будут кушать. Ну, если что, мы съедим. Тоже 4 по 100 грамм, тоже 65 или 69 центов, точно не помню. Но не дороже. Дальше 99 центов стоят вот такие вот круассаны. Вы знаете, дети их любят. В некоторых видео я говорила, что они стоят евро 19, да, это так. Просто в Эдеке продается их 5 штук, а в Альди и в Пенни их продается по 6 штук. Но в Альди не было шоколадом, в Альди были молочные, там
с белым кремом. У меня дети, они не едят. Вот, я взяла две пачки таких. Дальше взяла два таких вот масла, тоже по скидке. Это соленое масло, вот такое вот, за 1 евро. Так он стоит, евро 99. И взяла вот такое вот масло с йогуртом, тоже за 1 евро, тоже по скидке. Вот такой вот. Попробовать взяли. Так можно было бы купить, в принципе, за евро 99, но думаю, если вдруг оно не понравится, то и жалко выкидывать. А вот, мы уже столько продуктов повыкидывали, да, за все время. То что-то возьмешь, колбасу какую-то, она вообще, ее отвратительно, невозможно вообще есть. То еще что-нибудь возьмем. На любителя, если попадется что-то, попробовать, да, знаешь. Да, поэтому стараемся брать что-то по скидке, чтобы попробовать, брать потом в следующий раз или не брать. Старайся, чтобы не выбраться, все равно. Но жалко, потому что продукты. Вот, 89 центов стоит 250 грамм изюма. Это я буду делать сегодня кутю. Дальше 500 грамм винограда евро 49. Евро 9 стоит салями. Я взяла их две штуки. 49 центов стоит молочный рис. Я взяла их тоже две штучки. Здесь 500 грамм. Дальше 99 центов взяла вот такую вот деткам мамбу. Здесь ананас, апельсин, вишня, яблоко. Ах, еще тут есть этот. Клубника, манго, малина и лементины. Это... это не лимон, а именно вот этот цитрон. 10 штук. Здесь по 6. По 6 штук, да? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стой, 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 стой. Так, хочу показать вам табак. Видите, фу, так, такие картинки страшные здесь. Для курильщиков. Сашенька, смотри, вглядывайся. Стоит 8 евро 10 центов, здесь 70 грамм табака, вот такая вот. Картинки на каждый разные, все они такие ужасающие. Вот. Сашу не пугает. Так, взяла я бананы, в этот раз бананы стоили 99 центов за килограмм. Сейчас я вам скажу, сколько они стоят, потому что они предварительно были расфасованы, но здесь не написано, сколько они стоят. Так, получается, так, евро 16, 88 центов за килограмм, и я за все вместе отдала 1 евро 16. Получается, здесь 2, так, здесь 6 бананов. И здесь также 6 бананов. Евро 16, если я не ошибаюсь. В одном пол... Евро 16. Хотя должна больше была отдать, не знаю. Почему он так посчитал? Не знаю. Вот. Потом взяла огурец один. 88 центов. Это я взяла сегодня на салат. Конечно, он такой не первой свежести уже. Но сегодня съедим, и лежать он не будет. Дальше 95 центов я взяла таких вот два больших багета. Это ведеки. Багеты здесь очень вкусные. Нам нравится с ними пить, во-первых, чай. Ну и вообще, я думаю, может быть, сегодня сделать бутерброды с него. Так, дальше 19 центов стоит соль с йодом. Вот такие вот. От 18 до 26 штук. Это курочка. Тут получается ножки, крылышки. Здесь 750 грамм. 2 евро 89 центов. Это мы тоже сегодня будем делать. Давно мы не ели нездоровую еду. Поэтому будем сегодня делать во фритюре. Ножки, крылышки и картошку фри. Так, дальше.
А дальше мы купили воду 19 центов за бутылку и 25 центов за каждую тару. Потом я взяла рапсовое масло, мы как-то перешли на него, оно здесь считается более полезным. Оливковое масло тоже есть, но я его применяю в салаты и едят его не все. Саше нравится нерафинированное вонючее масло, покупаем его в русском магазине. Он ест только с таким маслом салаты. Это рапсовое, 199 центов. Что тебе отдать? Мангу дать? Иди, папа откроет. Вот так вот Изабель у нас прибегает, кричит, отдай, отдай, отдай. Так, дальше купила я также такую, это получается минералка без газов. Эта минералка слабо газированная идет. Есть еще с синей крышкой, она сильно газированная, 19 центов. Также за бутылку и 25 центов за тару. Дальше купила я лук. Не скажу, сколько здесь. Сейчас посмотрю, сколько он стоит и сколько здесь. Так, 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 так. Бананы, бананы. Так. Идите, Изабель откроет, вам даст эти. Иди, скажи папе, чтобы он открыл. Иди, папа откроет, Изабель. Так, отдала евро 49, но не знаю, в чеке не написано, сколько. Сколько здесь? Ну, думаю, здесь килограмма, наверное, 2,5, это точно. Так, дальше, в Альде купила, я вчера вам видео показывала, что у нас стоит один такой пшикатель, освежитель воздуха в туалете. Ну, сейчас я взяла такой белый, сейчас на него идет скидка 3,99, на 60 дней написано, плюс вместе с баллончиком он идет. Ну, будет у нас один стоять в одном туалете, другой в другом туалете. Вот. Вот так вот выглядит у нас. Вот. Сразу с батарейками он идет. Так, дальше. Дальше я взяла хлеб. Хлеб стоит 69 центов. Я взяла 3 штуки такого. И один вот такой вот. Здесь, который за 69 центов, здесь 500 грамм, а который за евро 19, здесь 1 килограмм. Дальше купила я вот такое вот красное вино сладкое. Король Артур называется. Так, а стоит... Так, где чек с Альди, скажу сейчас, сколько стоит это вино. Так, 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 так. Оно стоит евро 59, не знаю, почему оно такое дешевое. Я вроде бы смотрела около 3 евро, не туда, наверное, посмотрела. Ну, попробуем, я потом вам скажу, вкусное или фигня. Хотя Саша говорит, они тут все дешевые. Ну, есть и за 5 евро. Я вот брала, помните, вино, оно было по скидке. Не помню уже, сколько стоит, но стоило около 4 или около 5. Я взяла его за 2,99, по-моему. Такое зелененькое, в прошлых видео у меня оно есть. Но, блин, как открыли. Салат, конечно, ничего пойдет, когда наливаешь на сковородку, оно выпаривается. Но пить его невозможно. Чем оно? Как самогонка, брашка, да, что-то вот дрожжами прям воняет ужасно, невкусно. Но вот это я не знаю. Это я вообще не знаю, что. Это молдавское вино. Я ни разу не брал, что плохое. Вот это было. Вот написано. Республика Молдавия. Мне сухое нравится. Понимаете? Саше сухое нравится, а я люблю сладкое. Поэтому я взяла сладкое, а то обычно он всегда сухое. Я взяла сладкое. Поэтому попробуем, вам скажем. Так, дальше купила я 3 упаковки яиц. Обычно каждая упаковка стоит евро 19. Но сегодня почему-то на все яйца была скидка. Не смотрела в других магазинах, только в Альди. В Альде они стоят евро 9. Я взяла 3 упаковочки. Эти яйца класса А. Эти яйца, которые в клетках сидят, птицы несутся. Размера L. И здесь вот написано, что оно до 26.01. Это за решеткой. Вот.
Птицы, да, птицы сидят за решеткой. Есть, конечно, яйца и пироги, которые птицы на воле гуляют, как наши типа деревенские. Ну, нам пойдет и такие вот такие яйца. Есть еще эмочки, они маленькие. Мне больше нравится, конечно, когда эль. Здесь 10 яиц. Так, дальше. А дальше мы взяли евро 39. Стоит салфетки, вот эти салфетки самые лучшие салфетки, и в Кауфландии тоже классные салфетки, а мы какие-то брали, в Пене мы брали, да, ужасные салфетки, ничего не протирается, ничего не вытирается, поэтому эти более лучшие. Евро 95 стоит туалетная бумага, тоже клевая, тоже соло, и у них, кстати, классные еще носовые платочки. Мне тоже нравится. И купили упаковку молока. Здесь 12 штук по 1 литру. 3,5% жирности. Стоит 65 центов за литр. Так что вот такие покупки мы сегодня сделали. Сейчас буду это все разбирать, убирать. И потом уберусь и буду готовиться уже к вечеру. Так, в семейном кругу немножко посидим. Отметим Рождество. Ну, обычный ужин. Обычный ужин, да, у нас будет. Мы только встретим то, что Рождество, церковные свечки зажгем. Да, у нас, кстати, мы с собой привезли с Кустана. Сколько? Много, да, церковных свечек привезли? Ну, там штук 30-40 лежит. Но. Мы каждый год их зажигаем. Саша проносит по всем комнатам, зажигаем. И она у нас потом горит, пока полностью не сгорит. Вот, так что все. Всех целую, всем пока, увидимся позже.